Экс-глава Куношахского района лишился квартиры. У Вадима Закирова, которого осудили за взятки, забрали недвижимость. Как сообщили судебные приставы, стоимость его полуторки в одном из новых микрорайонов Челябинска оценили в 2,5 миллиона рублей. Ключи от квартиры уже передали Росимуществу, и теперь она собственность государства. Кстати, именно это жилье осужденный получил в качестве взятки. Напомним, силовики задержали Вадима Закирова весной 2015 года. Бывшего главу Куношахского района осудили за взятку, превышение полномочий и мошенничество. Закиров продал место своего заместителя по строительству. В обмен получил квартиру. Кроме того, за победу в конкурсе по госконтракту фирма по строительству газопровода отблагодарила чиновника 2 миллионами рублей. Также он проводил махинации с домами, непригодными для жизни, приобретал их под врачебный центр, детский сад, квартиры для сирот. Из администрации на это были выделены десятки миллионов рублей, часть которых Закиров присвоил. Экс-глава Куношахского района лишился свободы на 9 лет. Спустя время срок снизили на 2 месяца. Позже обязали вернуть в госбюджет 10 миллионов рублей. И вот теперь лишили квартиры, которая перешла ему в качестве незаконного вознаграждения.